Так, ну что, у нас тут рубрика «Вопросы-открытки». Я должна открыть эту коробку и отвечать на неудобные вопросы. Не буду смотреть туда, буду сразу просто... Боже! А, как я испугалась! Вы это видели? Самое классное, что она не живая. Назовем ее Егор. Так. Я никогда не... Продолжи эту фразу тремя пунктами. Я никогда не водила вертолет. Я никогда не получала Грэмми. Надеюсь, пока. Я никогда не была в Китае. Какую песню мы зашифровали? Девушка расстроена, что не получила обратной связи и понимает, что ее близкий человек был прав. Много стихи преодолено, но это не принесло никаких успехов. Моя песня? Конечно же, это трек «Драма». А я кричу: «Мама, мама, мама, ты же говорила мне, что будет драма». Спой песню «Пикачу» голосом Григория Лепса. Вот это вот его. Мяу, да? Я не... Ну... Давайте я лучше крысу поцелую. Потому что так как Григорий Лепс поет, петь никто не умеет. Угадай, из каких треков эти строчки. Если красота в глазах смотрящего, то мне сейчас красивее всего. Ну, конечно же, это Мари Краймбрери. Это ее трек. «Я поумнела» или «Просто разлюбила» — это Асти в треке «По барам». А ты... Извините, намусорила немножко. По барам пя... Спой отрывок песни, которую еще нигде не исполняла. 10 марта вышел мой трек «Плакать в Порше». Я его еще нигде не исполняла, поэтому думаю, можно исполнить здесь. А, отрывок... И пусть никто не узнает, чем ты дышишь, встречая полночь то в Дубае, то в Париже, не подпуская к сердцу непонятных лишних, сама себя не раню и не обижу. Слушайте трек. The next question. С кем у тебя сегодня был крайний разговор по телефону? С пиарщицей Алисой, она там за... Сидит, смотрит, короче, контролирует. А, покажи свою самую удачную позу для фото. Я не знаю, какая у меня удачная поза, но очевидно, наверное, какая-то такая, чтобы вот живот был плоский, руки назад, потому что я стесняюсь своих рук, мне кажется, что они у меня толстые. Вот когда я их назад вот так убираю и вот как-нибудь вот так вот делаю, можете скринить. А, нет, ну, фоткать телек. Ну, вы поняли. Так, the next. Расскажи о себе секрет, который никто не знает. На то он и секрет. Следующий вопрос. Назови свою последнюю покупку. Сережки? А, сережки, да, купила себе с бриллиантами. Спасибо. Подсказывают мне. С кем было твое последнее свидание? Что запомнилось больше всего? Ну, мы разговаривали долго. В общем, у нас было свидание на троих с его мамой, со мной и с ним. Поэтому это очень мне запомнилось. Мы разговаривали, и 3,5 часа пролетели незаметно. Всем спасибо, это была рубрика «Вопросы от Крыски», да? Пока. Смотрите жару.